Поздравления, Oriflame! Здравствуйте! Как вы пришли в Oriflame? Я пришла, будучи студенткой, даже не мечтала о всех возможностях, которые здесь есть. Хотелось просто подработать. Мой спонсор Базар Гелязова влюбила в путешествия, вот такие золотые конференции. И одной моей важной мечтой было, конечно же, попасть на эти путешествия. С Робертом мы познакомились, когда я уже была в Oriflame, а он работал в оценочной компании. Мы сразу же для себя продумали стратегию, что мы идем на звание золотых директоров, потому что конференция для нас это было важно. Одновременно мы свою свадьбу планировали, в общем-то, в принципе, на конференции мы ее и отпраздновали. Это было в Афинах. Сегодня у нас двое детей. Дочке 4 года, сыну 2 года. И рождение детишек, с рождением детей мы, конечно, пересмотрели то, как мы строим бизнес, в каком графике мы это делаем. У нас появилась цель как можно больше времени проводить с семьей. Мы поняли, что очень многие люди сегодня, да, это тренд, быть с семьей, иметь свободное время. Мы поняли, что очень многие, так же как мы, созвучны в этом, ищут это. И мы просто стали говорить об этом в соцсетях, выкладывать свои мысли, свою жизнь компании в Инстаграм, ВКонтакт. И поняли, что очень много откликов у людей, которые на самом деле ищут нас с вами, ищут, но они просто не знают, что мы где-то есть. И когда находят, они, конечно же, присоединяются, и вот так мы рекрутируем, можно сказать, да, развиваем. Успех в нашем бизнесе зависит от того, насколько просто будет повторить нас и нашу систему. Поэтому, когда к нам приходит новичок, мы предоставляем ему систему пошагового роста. Вначале мы ему даем обучение, потом мы его вводим в команду и даем инструкции четко, что делать. Таким образом, он понимает, что он не один, и видит людей, у которых уже получилось. И когда у него появляются его первые результаты, мы обязательно хвалим и признаем даже самые маленькие достижения. Одним еще из моментов, на которые мы обращаем внимание, это атмосфера. Атмосфера в команде, атмосфера в чатах, да, атмосфера на вебинаре, атмосфера вообще в целом, во всем. Мы стараемся, чтобы у нас всегда была атмосфера дружбы. Мы вот с партнерами, мы в первую очередь с ними дружим. И вот это мы проносим через все поколения, которые у нас есть. И это действительно помогает развиваться, помогает и нам делать звание, и нашим партнерам делать звание. Мы гордимся тем, что именно в нашей команде есть бриллиантовый директор, который закрытые бриллиантовые директора, а не Сергей Шахаев, которые за год с момента регистрации открыли и закрыли эту квалификацию. Ребят, это можно делать сегодня, поэтому я думаю, что в Токио нас должно быть много, все больше и больше.